Сегодня в выпуске «Что делать, если коты-старожилы не приняли нового котенка? Как подружить котов и стоит ли знакомить их насильно?» Владельцы нескольких котов меня поймут. Когда в дом приносишь нового, вот такого вот маленького котенка, старшие организовывают на него коллективную травлю. А вот в Ласке коты сидят в больших клетках все вместе. Здесь даже есть огромная котокомната, в которой коты могут друг с другом взаимодействовать. И даже не дерутся каждые 5 минут. Для меня это вообще особо удивительно, потому что мои коты дерутся постоянно. Но вот здесь есть немножко более вредный герой. И мы сегодня про него расскажем. Как его зовут? Котика зовут Дрезден. И он ворчит. Он ворчит сейчас прямо при нас. Вот как он попал в приют и почему он любит ворчать? В приют он попал с улицы, то есть он был в не очень хорошем состоянии, он был обезвожен, то есть, болел. Вот его вылечили, выходили. Дрезден охотно сидит на коленях, но не любит, когда его насильно берут на руки. Кстати, коты часто нетерпимы к сородичам, особенно к тем, которые моложе. Если в доме несколько котов, они выстроят иерархию и будут дружить группой против новенького. Если я здесь появился первый, значит, это мое. Все остальные животные, даже более сильные, они становятся более низкого ранга. И поэтому, если новое животное не смогло себе доказать остальным, что оно сильное и может дать отпор, тогда его будут прессовать. Бывает, что коты в свою иерархию устраивают и людей. Если не считают человека, допустим, своего ранга, то, а человек не хочет дружить против там, третьего, да, кота, то они будут этого кота стремиться так вот, понизить, как могут, в социальном ранге. Привыкание к новому товарищу может растянуться на год. Коты – консервативные животные. За это время вы можете стать свидетелями настоящей войны – психологической и физической. Коты выше по рангу будут прессовать младшего, глядя прямо в глаза. Это признак доминации. Пытаться занять все его любимые места, забрать игрушки и еду. А могут просто постоянно драться. Но человеку лучше не лезть в кошачьи разборки. Они должны сами разобраться. То есть пока животные не разберутся, вы будете все время пытаться их растянуть и вмешиваться, а до тех пор они будут при вас драться. То есть надо дать им подраться, чтобы они сами разнялись? Да. Это, конечно, звучит вот абсурдно. То же самое, думаю, собачники вам скажут. Если две собаки начали выяснять отношения, к ним не нужно лезть и оттаскивать. Есть несколько способов адаптации котенка в семье, где живут несколько котов. Разделить территорию и держать их в разных комнатах. Стерилизовать всех кошачьих – это снизит агрессию. Не гладить одного при всех. Покупать вкусняшки и игрушки всем поровну. Сделать места, где коты будут прятаться друг от друга. Кошачье дерево – отличный вариант. Так есть шанс, что коты подружатся. В Ласке особо агрессивные коты живут в клетках, но в большинстве своем они не скандалят между собой. Что касается Дрездена, кот в самом расцвете сил. Уже здоров, кастрирован и готов прийти в спокойную семью единственным питомцем. Дрезден сам по себе очень ласковый кот, то есть с людьми он любит общаться и контактировать. Вот спокойно идет на руки, сам перекладывается, но сторонится других себе подобных. Он не дерется, но он отбивается от себя лапой, то есть когда ему нужен сон, покой, и к нему кто-то вот из молодых пытается лезть, и он сразу дает понять, что нет. Дрезден кот с характером и не всегда дается в руки, может спрятаться. С ним нужно договориться и найти подход. Он может ворчать, но кусаться и царапаться не будет. Несмотря на пару недостатков, это нежный и преданный питомец, который может стать отличным другом. По крышам он не ходит, не ловит он мышей. И лапой он дотянется на враги до ушей. Предпочитает бегу, неспешную ходьбу. Фигуры в оправдание сошлется на судьбу. Охотник никудышный, лес потому что лишний. Рыжий, рыжий кот, на диете круглый год. Колбаса, сырок, котлеты, а потом еще компот. В следующем выпуске, почему породистых собак находят на свалках? Что нужно знать о породистых и беспородных? На что рассчитывать, выбирая породистого щенка?